И всем привет, с вами я, Лорд, и сегодня я буду обозревать очень крутой датапак для тебя. Надеюсь, ты поставишь лайк и подпишешься на канал, а я начинаю. Поехали! Так, вот такой у нас крафт одной очень крутой штуки. Для нее нужен ресурс-пак для этого датапака, и ссылочку на создателя этого датапака в описании. Честно, я ничего не видел. Я видел только текстурку рюкзачка и все. Я даже не хотел досматривать до конца. Ну что, вот такой у нас крафт. Забираем отсюда предметы. Так, дайте. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот так. Готовы? Раз, два, три. По-моему, должно было получиться что-то другое. Что мы сделали? Если это выкинуть, то... А, я думал, оно пропало. Так, а что дальше? Давайте подумаем. Так, тогда... Что может быть? Окей, я использую щиты. Нет, тогда это никак не работает. Армор сет. А. Вот, зато армор сет. Так. Что с броней? Ладно, так. Вот это. Спайдермен. Но мы стреляем паутиной, которая навсегда. Так, почему у нас убирается рука, и как бы это выглядит очень странно. Ладно. Реально ослепляет. Так, вот эта способность. Не, ну задумка летать на паутине прикольная. Но очень криво сделано. Прям очень. Ладно, мы можем лазить по стенам. И, кстати, мы очень хорошо ползаем. Мне нравится, как мы ползаем. Мы как будто ползаем по лестнице, это прям очень хорошо сделано. Что-то вот этого не знаю. Чё, я разбился даже? Но в целом, если приучиться... Но если вот так, то это нормально. Насчет этой бомбы. Бомба тоже хорошая. Насчет ползания. Ползание здесь просто замечательное. Вы посмотрите вот на это. Хоп, спускаюсь.
Ладно, потолок нельзя, ладно. Хорошо сделано, мне нравится, как это сделано. Ползание. Насчет вот этого, вот. Ну, средний. Ну, хотя я считаю, что это только первая версия. На ваш вкус, хотите вы скачивать или нет? Ну ладно. С вами был Язвлорд. Я посмотрел на этот датапак. Ну, если по 10 баллов, тогда я оценю это в 5 баллов. Ну ладно, с вами был Язвлорд. Всем удачи, всем пока.